данный подвес. Запускаем приложение, пульт и дрон. Нажимаем вот на эти три точки в верхнем правом углу. Нажимаем на шестой значок «Фотоаппарат» для более гладкого видео. Активируем расширенные настройки. Верхняя строчка регулирует скорость камеры вверх и вниз. Мы установим 10. Камера ходит очень мягко и медленно. Вторая строчка, при включении которой позволяем поднимать камеру выше уровня горизонта на 30%. Могут быть видны пропеллеры. Третья строчка – гладкость наклона каркаса камеры. Это еще один способ контролировать точность ваших движений карданов и сделать ваше видео более гладким и кинематографичным. Во время наклона камера дольше тормозит. Четвертая строчка – опция «Включить синхронное панорамирование панорамы». Эта функция помогает обеспечить более плавное видео при полете вашего дрона по кругу. Пятая строчка – «Сбросить все настройки». Все вышеизложенные настройки помогут вам точно настроить движение кардана, что поможет вам захватывать больше кинематографического видео во время полета.